Вообще в Катманду в 6 утра уже начинает кипеть жизнь. Вообще входит сейчас вообще по федеральной трассе. В Дубру мы ехали 5 часов, на расстоянии там около 100 километров. Намасте. Точнее, доброе раннее утро, друзья. Время 6. 13 ноября 2017. По поводу вчерашнего дня, день вообще весь как в куматозе. Вчера единственное, что успели оперативно купить все, что нам нужно. И, в принципе, что не нужно. Сделать Teams, короче, кто вчера тоже говорил. Термит. А я вчера не договорил, что психанул. Ага. Сам выйдешь когда? Выходи. Думали, еще успеем вчера посмотреть свои Бунатх, Батнатх, площадь Дорбар и Пашопутинатх. Вот единственное, что мы успели пешком дойти до Пашопутинатха, смотреть кремацию, ну так, одно уже заканчивающееся, а второе еще особо не... Там пока костер разгорит, знаете, долго все вот это вот. Там, может, отдали за вход по 1000 рупий, это где-то рублей по 600. И мужик начал нам прям активно так с экскурсию проводить, прям проводил. Полчаса, наверное, с нами бегал там, да? А потом говорит, вот, давайте, типа, денег. Когда мы ему дали, сколько денег? Ну, что-то там... Немного. Грубо говоря, 100 рупий, и он начал демонстративно отказываться, обижаться, короче, да и пошел нахрен, как говорится. Вот. Что-то там про карму начал, короче. Короче, плохая у него карма, я так понимаю. Хотели еще оставить вещи, которые нам не нужны, но я понял, что вещей, которые мне не нужны, наверное, всего полкило. Надя говорит, что у нее нет вообще таких вещей, которые ей не нужны. Так что мы берем с собой все. А вообще можно оставить вещи, если проживаете в отеле. Если даже проживаете одну ночь, можно оставить вещи и уйти на трек там, на 2 недели, на 3, на месяц. Долго вчера думали, начнем добираться до Бессисахары, грубо говоря. Ну, почти начальная точка трека, от нее тоже надо будет еще доехать. Вариантов множество. Короче, едем на локалбасе, на местном автобусе, с местными 8 часов. С музыкой, короче. Ло-колбаса. Ло-колбаса. Вот. Вообще мы, по идее, на него уже довольно опаздываем. Но, говорят, он сам тоже опаздывает. Бывает, что до 2 часа. Как народ соберется, так поедет. Видит до 7 утра. Короче, что рассказывать, все покажем. В общем, в Катманду в 6 утра уже начинает кипеть жизнь. Туристов особо не видно. Зато местные уже вовсю. Дошли мы до New Bus Station, до новой автобусной станции. Где-то 2.5 километра от нашего отеля шли, минут 45. Хрен знает, как надо было сделать и сколько он стоит, но в итоге мы сели на автобус, по всей видимости, до Покхары. Короче, не совсем локал бас. И не туристов, типа маршрутка такая, с фиксированным количеством мест. Вот, отдали по 400 рублей, хотя, мне кажется, стоит гораздо дешевле. И поедем до Думры. До Думры пересядем и поедем уже до Бессисахары. Едем. Давно надо было записать. Причем странно, он не загрузился. Мы будем писать еще часто, пока этот народ наберется. Помчали. Новая автобусная станция, это на кольцевой дороге в Манду. Гонгабу, да? Гонгабу можно найти в Мэпсми, в Осмонде. Засекаем время 7.
7:30. Коробочка полна, но мы еще умудряемся подсаживать людей. Вообще поняли, что мы сейчас не вообще по федеральной трассе. Самая лучшая дорога здесь. Конечно, мы, когда приехали в Бессахар, решили, думали доехать на автобусе до Бульбули, там переночевать, а дальше уже думать. Ну, скорее всего, дальше джипом ехать. В итоге ждем джип. Мы сейчас поедим, ждем джип и едем на джипе до Чамже. За 1500 рублей человек, это где-то 900 рублей. Вот. А переночуем и завтра уже пойдем. Дорога кончилась? В общем, мы доехали за 2 часа 40 минут. Кстати, я так понял, что мы сейчас надо уточнить, по-моему, доехали не Чабже, а Джагата, нет? Какая разница уже? Короче, ехали мы 2 часа 40 минут. Мы не знаем, где мы. Я бы не стал это даже дорогой называть, конечно. Скажем так, по сильно пересеченной местности. Направление. Да-да-да, тут нет дороги, есть там направление. Ну, трясло вообще жутко, конечно. Но мы на месте. Причем первый гестхаус зашли, там мест нет вообще, то все занято. И вот здесь единственная комната свободная в соседнем гесте. Ну, собственно, рассказывать-то нечего. Похвастаться нечего. Да, завтра первый день у нас трекинга. Вот, значит. Одеял, кстати, нет. Видимо, дают, но сейчас нет. А, ну стоимость геста, в принципе, ну как я это читал, на всем треке, ну так же как и здесь, вот 200 рупий за ночь. Если брать ужин и завтрак, то можно договориться, жилье бесплатно, что не может не радовать.
все. Закончили упражнение.